Ваше настроение. Отпраздновали, <coughs> Отпраздновали ли вы уже победу, первую победу сезона RPL? Кажется, я забыл поменять заголовок на Твиче. Обычно не забывал, а тут забыл. Сейчас мы это быстренько исправим. Первая победа сезона RPL. Отлично. Так, что мы еще должны сделать? Как обычно, после долгих перерывов тяжело вспоминать все свои ритуалы, которые делаешь перед началом трансляций. Так, мы должны убрать обложечку с замечательными Мурилу и Эдером. Поприветствовать вас всех. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать на стрим, посвященный Матчо, Локомотив, Тамбов. Пользователи Алексей Киселев, Алкалин, Антон 1010, Аю Сириус 91, Биг Бразер, Баланар, Ботвовед, Добро пожаловать, Деги 413, Фантомасик. Флоп Фломастер, Фуди 88, Гасконец 1988, Игорь Денисов, Крикслог, Масяйский, Максим 154, НСК, Мистер Бутерброд, Нейкт Кондактор, Нон Сабзиро, Провоз 19, ФСЛМ, Порту, Ред Грин 88, Сосаров Ди, 789, Супер Кулигин, Тибер Септим, Траблмейкер 19, Виктор 930, 312 и Зяблик М. Добро пожаловать тем, кто смотрит это все в онлайне, тем, кто э, хочет задавать вопросики. Для тех, кто не в курсе, Трансляции пока на Твиче, но уже в скором времени вернутся и на Ютуб тоже, потому что 28 июля истекает срок страйка, э, который мне кинули за один из матчей. Но пока мы не можем проводить трансляции на Ютубе, проводим их только на Твиче. Спасибо большое тех, кто приходит, но для тех, кто не может на Твиче, есть записи, и полные записи сохраняются на том же самом Твиче. А короткие версии я буду выкладывать на тот же YouTube, так что не останетесь без э, контента, без какого-то обсуждения. Всегда рад всему тому, что вы пишете, если, конечно, это не хейтерский бред. Ему, конечно, я не очень сильно рад. Так, спасибо большое за фолл Максим МСД, спасибо всем, кто что-то спрашивает, но начну, как обычно, с обзора последних событий. Не было стрима после встречи с болельщиками, не было стрима после матча с Рубином, на то были определенные причины. Матч с Рубином я не смотрел и до сих пор не посмотрел, только хайлайты видел. Минут, пятиминутная примерно нарезочка, которая не оставила для меня Больших впечатлений об игре локомотива ориентируюсь только на ваше мнение, ваше компетентное, самое э, интересное мнение. Но если что, пишите, тоже делитесь, зачитаю и мы э, обсудим. Если хотите, можем еще потом и хайлайт посмотреть. Но вообще матч с Рубином уже дело давно, минувших дней. Поэтому, наверное, наверное, сейчас я себе. Перетащу, чтобы было понятно, я, чем я занимаюсь. Сегодня мы обсудим матч непосредственно с Тамбовым и то, что у нас вокруг команды творится. Ну, в частности, по составу. Потому что по составу довольно большое количество вопросов, и в том числе составы на Рубин, составы на сегодняшний состав на тамбов вызывает эти самые вопросы. Ворота Гильерме, слава богу, Гильерме продлил контракт. Я очень много писал на эту тему, очень много воевал на эту тему. Гильерме должен был остаться в локомотиве. На данный момент это вратарь номер один в России, вратарь с паспортом, который позволяет нам забыть вообще о каких-либо неприятностях на вратарской позиции. Он не идеален, безусловно, не существует, наверное, идеальных вратарей, но здесь сейчас найти вратаря, который бы закрыл вратарскую для нас позицию, гарантированно закрыл бы ее, мы точно не смогли бы, тем более за деньги меньше, чем просил сам Гильерми. Поэтому важнейшей задачей было для клуба оставить Гильерми и Здорово, очень с ней справились. Здесь Кикнадзе, наверное, стоит поставить плюс, потому что ну, на какой -то, в какой-то момент уже казалось то, что невозможно будет продлить Гелерми все эти слухи, которые возникли, и, конечно, встреча с болельщиками, которая подлила маслица в огонь. Много очень было неприятных слов высказано в адрес обеих сторон и Гелермия рассказал на встрече, что клуб не уважает его, и Кикнадзе сказал, что есть предложение, с которым не готовы бороться, но, как выяснилось, бороться готовы, и Гильерми готов идти навстречу по суммам контракта, если, конечно, все это правда, и клуб от 1 плюс 1 перешел к предложению на 3 года, которые Гильерми более чем устроили, я обеими руками за, и большие молодцы те, кто все это устроил, опять же, вспоминая дела давно минувших дней, когда Геркус продлевал Чурлуку, у него было чуть меньше времени, насколько я помню. У уже заканчивался контракт, нужно было что-то с этим делать. У Кикнадзе была все-таки пауза в полгода, которая могла, ну, которая наверняка повлияла на то, какой контракт предложили. Но если Геркус тогда пошел на поводу, у Агента, у Чурлуки предложил достаточно большой контракт, то у Кикнадзе э, и деньги клубу сэкономил и при этом оставил сильнейшего игрока на своей позиции в составе. Это большой молодец. Я надеюсь, что та перепалка, которая случилась на встрече с болельщиком, какое-то все-таки влияние на это оказало. Потому что тогда хоть как-то можно принять то, что случилось. Если нет, то то, что происходило тогда на встрече, для меня довольно грустный момент. Но я буду считать то, что благодаря тому, что стороны открыто высказались, получилось пойти на компромисс с обеим сторонам. И они большие молодцы, что Гиля, что Кикнадзе. На правом фланге сыграл Живоглядов, он достаточно плотно сел в основу нашего клуба, это тоже не может не радовать. Когда покупаются игроки, хочется, чтобы... У нас не очень богатый клуб, но хочется, чтобы игроки, которые покупаются, вставали в состав и играли там живоглядов, пока не могу сказать, что какое-то сильное впечатление производит, сегодня у него были навесы абы куда, и просто не очень понятное решение, его пару раз в штрафную э -э, вкатывали своими передачами, а он не пойми, что делал, и это то же самое я видел в хайлайте с э -э, Рубина тоже, Рифат здорово ему закидывал в штрафную, а он вместо какой-то передачи зачем-то бил поворотом с нулевого угла. То же самое, например, сегодня повторялось. Но в целом фланг свой закрывает, голов оттуда не прилетает, значит, Дима молодец. То же самое можно сказать по поводу того, что здорово, что попал в состав, это Серкера Мурила. По нему есть большое количество вопросов, я не разделяю всеобщее ликование по поводу игры Мурила. Мне кажется, что ошибок в его действиях многовато. В том числе мы будем разбирать гол, и сегодняшний гол также на совести, ну, конечно, на совести Чурлуки, но определенная доля непонятности в действиях Мурила тоже есть. Чурлука, собственно, непосредственно виновник сегодняшнего гола, и Пара тоже непонятных моментов в его игре была. Как-то пока наш центр обороны не вызывает э, спокойствия. Будем надеяться, то, что Кверквель и Хеведес быстренько придут в кондиции. Хеведес сегодня был в запасе, вроде как мог играть. Кверквелли... С Кверквелей ситуация вроде как сложнее, но хрен его знает, может быть, тоже уже готов играть. Я надеюсь, то, что. Когда у нас будет четверо центральных защитников в полной боевой готовности, Хеведа, Кверквеля, Черлука и Мурила, как-то проще будет с центром нашей обороны. Пока что это... Ну, хватаешься за голову от действий, которые происходят. И этим отчасти похоже. Похоже начало нынешнего сезона на начало прошлого. Слева играет Мацей Рыбус. Это, наверное, самая противоречивая фигура старта сезона. Сегодня он сделал голевую передачу, но вообще... Все голы, которые прилетают, даже сегодняшний, хотя в нем уж Рыбус точно не виноват Так или иначе, прилетают именно с фланга левого нашей обороны, где играет матч Рыбус Я много раз говорил о том, что если ты легионер в составе Локомотива Который играет в чемпионате с достаточно жестким лимитом Ты должен быть на голову сильнее Сильнее ли Мац и Рыбусь, например, Дмитрия Живоглядова? Я, честно говоря, в этом совсем не уверен. Но здорово, что сегодня он отдал голевую передачу. Это, ну, хоть какой-то позитив в его игре. И, возможно, он начнет напоминать себя прежнего. Все-таки игрок сборной Польши, все-таки игрок с достаточно серьезным бэкграундом за своей спиной. Играть в футбол он умеет, но у нас уже был прецедент, когда Виталий Денисов, замечательнейший левый защитник, который бомбил на своем левом фланге, просто за год-два сдавал до непонятных кондиций, проигрывал всем все подряд. И куда ушел тот Виталий Денисов, неизвестно. Я надеюсь, что с Рыбусем такого не повторится, но мало ли. Два опорника, Баринов, Крыховик, на данный момент это единственные центральные полузащитники, которые есть в распоряжении у Палыча, если говорить о... об опорниках, во-первых, во-вторых, о людях с опытом игры РПЛ достаточно солидным. Есть еще Саша Коломейцев, который абсолютно универсал, может играть как нападающего, так и полузащитника, как на фланге, так и в центре. И есть еще талантливая молодежь, Стас Макеев, Данила Куликов которые могут сыграть в центре поля, но все это без, без какой-то надежности. И мы об этом тоже много раз уже говорили. Команде нужен еще один центральный полузащитник, на мой взгляд. Это не обязательно должен быть игрок прям вот уровня сразу в основу, чтобы он конкурировал прям Точно там с Крыховиком за десятки миллионов евро, но это игрок, который должен будет в случае, если какое-то недобогание у Димы Баринова, какое-то недобогание у Крыховика, либо просто ситуация требует дополнительного центрального полузащитника освежить э, зону, либо там дисквалификации какие-то. Нам такой игрок нужен. Рената Тапия был хорошей достаточно кандидатурой, но, к сожалению, сорвался. И, судя по всему, опять же, опираясь на слова, которые звучали на встрече с болельщиками, именно в опорную зону ищется сейчас игрок, за которого планируется пристроить 3 миллиона евро, трешечку так называемую. Не знаю, насколько это получится, потому что деньги не очень большие. Опять же, неизвестно, сколько заложено в зарплатный фонд, в подъемный агентский и так далее. Например, есть Лерой Фер, который бесплатный совершенно, но наверняка нужно отдать какие-то суммы для того, чтобы он заключил контракт. Ситуация тяжелая по трансферам, потому что кроме опорника нужен еще игрок в атаку, и эти два матча РПЛ, по-моему очень сильно показали, насколько такой футболист нам нужен. В матче с Тамбовом на правом фланге атаки играл Владислав Игнатьев, который уже сто лет как не правый полузащитник, а правый защитник. Но получил повреждение Рифат Джамалединов, наш воспитанник, который... Здорово достаточно провел концовку прошлого сезона, здорово начал этот сезон матча за Суперкубок, отдав голевую передачу. И в целом ну, можно быть спокойным за правый фланг, когда на нем играет Рефат. Хотя гол Хвичи Квацхель, отчасти и на нем тоже. Но он получил повреждение. И мы выпускаем Влада Игнатьева, который, я уже сказал, во-первых, только после травмы не проходил толком предсезонку, толком не играл. Вот сейчас первый матч на давно забытой позиции. Он забил победный гол. И это очень здорово, но. При этом сам Игнатьев отыграл всего лишь один тайм, его нужно было дальше снова кем-то менять, заменили, и заменили Смоловым, который тоже только после травмы, и, в общем-то, как-то во втором тайме после этих замен игра окончательно умерла. Запаса прочности у современного сегодняшнего локомотива нету от слова совсем, и это довольно грустно, потому что в ситуации с Рубином мы не смогли добавить, в ситуации добить Рубин, в ситуации с Тамбовым мы второй тайм посвятили тому, чтобы отбиваться от атак новичка премьер-лиги, собранного полускутам, и это, конечно, очень грустно, когда команда там в которой главное действующее лицо — это Хазарапаев, возят локомотив на протяжении 45 минут, и мы ничего не можем с этим сделать. Это довольно печальная ситуация. Два брата в атаке что-то сочиняют, что-то придумывают. Я по-прежнему в большом восторге от игры Алексея Мирончука и по-прежнему не очень высоко котирую уровень игры Антона Мирончука. Это очень жалко, потому что на какой-то момент начала там, весны показалось то, что Антон наконец-то нашел себя, нашел свой баланс и будет теперь бомбить, будет теперь на уровне с братом, а то и выше, как его. Многие уже начали котировать, много забивает, много движения но нестабильность Антона, она очень сильно проявляет себя, и уже к концу весны стало видно то, что Антон немножко заигрывается, немножко не делает тех вещей, которые должен делать, и сегодня, собственно, с Рубином он не реализовал пенальти, это было ладно, но он не реализовывает достаточно простые выходы один на один, Опять же, посмотрим, наверняка все это попало В обзоры, насколько хладнокровно Влад Игнатьев разобрался в своем моменте Кстати, передачу ему именно Антон Миранчук давал И это здорово Насколько хладнокровно Влад переложил мяч под левую ногу И катнул под дальнюю штангу И насколько не Антон Миранчук пытался реализовать свой момент Ударив с левой ноги ровно по центру во вратаря Таких моментов, к сожалению, у Антона довольно много. И это потенциал для роста. Но самое, наверное, плохое то, что особо-то менять у нас его и неким. Если не брать в расчет Мишу Лысова, которого выпустил на левый фланг. Юрий Павлович в концовке матча, ну, даже не в концовке, на последние минут 20. Рыбчинский, Рома, Тугарев — это все варианты авось получится. Здесь, конечно, бы Хвичик в нам бы сильно помог, но Хвичик в нынче решает за Рубин. В нападении Эдер, на мой взгляд, Эдер сегодня был лучшим футболистом матча. Награду отдали Антону Мирончуку. Я вообще не понял этого маневра от экспертов Матч ТВ, которые, я не знаю, каким местом смотрят игру, но Антон сегодняшний матч явно провел не очень хорошо. А Эдер же, как обычно, цеплялся за все мячи, и на фланге, и у штрафной, и благодаря ему локомотив получал возможность оказывать давление на тамбов постоянное, все эти забросики, все это нагнетание внутри штрафной площади, потому что в какой-то момент мы даже начали навешивать штрафную площадь, никогда такого с локомотивом не было, но действительно. Кажется, поняли, что на Эдеры можно отдавать передачи внутри штрафной площади. И одна из этих передач завершилась с блестящим голом Эдера. Я уверен, что игрок Эдер, игрок хороший, он не будет много забивать, но огромнейшее количество пользы он приносит, приносил, всегда будет в дальнейшем приносить. В этом он, конечно, большой молодец. И как только он ушел, замененный на Мишу Лусова, игра локомотива пропала вообще. И дальше локомотив только смотрел на часы и ждал, когда же все закончится. Стоит еще, наверное, поговорить о голе, которое мы пропустили. Ну, все на повторах будет сказано. Ошибся, грубо. Чурлука не подстраховал его вообще никто, а Мурила проспал забег Костюкова. И таким образом был открыт счет. И я читал мнение на Ахе, то, что быстро пропустив, не было какого-то волнения, что вот локомотив пропустил, ну вот все плохо. И я, пожалуй, соглашусь, потому что локомотив в первом тайме продолжал атаковать, атаковать довольно здорово, было много мудренности, мы очень часто сбивались на узкую игру без... Адекватных передач во фланг и дальнейших прострелов в штрафную но когда это проходило, становилось сразу тут же очень сильно неприятно для вратаря э, Тамбова, который э, Ну, неважно — Неприятно было у ворот Тамбова, когда мы включали свою фланговую игру Дмитрий Живоглядов, собственно, Маций Рыбусь, периодически туда во фланг сваливались Дима Баринов, периодически оба Мирончука оказывались на одном из флангов, и эта игра принесла нам достаточно большой успех. В дальнейшем мы о ней забыли, мы снова начали пытаться действовать какими-то забросами, надеяться то, что Смолов убежит, надеяться то, что Эдер убежит, и это, конечно, уже было не совсем то, что ä, могло принести нам успех. Uh, важный, наверное, аспект, который стоит отметить, это посещаемость матча, и она была сегодня довольно грустной, 10100 человек, после того как на Рубин пришло 10 700 это даже не просто не рост это падение к сожалению похоже расчеты нашей билетно-кассовой службы ну точнее те кто занимается билетной программой оказались неверны и Локомотив судя по всему второй тур подряд будет одной из худших команд по посещаемости даже Динамо сегодня собрало гораздо больше не знаю как это исправлять? На самом деле загнал себя локомотив в достаточно серьезную проблему. И хотя эта проблема была очевидна и предсказуема, сейчас нужно как-то ее выправлять, каким-то способами завлекать народ на трибуны. Не было никаких концертов опять. И в целом матч Дэй представляет довольно грустное зрелище. Особенно, ну, я не был на матче, но по... Афиши, которую вывешивают матч, кажется то, что большинство активностей, которые были, как-то сворачиваются. Вроде как пообещали то, что уже со следующего домашнего матча концерты вернутся, но пока, пока все это выглядит довольно грустно и удручающе. Посмотрим, что локомотив будет придумывать. Что-то делать с этим надо. Конечно, начало лета это всегда время, когда посещаемость просаживается, это действительно так, и можно это посмотреть на примере предыдущих лет, тем не менее 10 тысяч после двух настолько здоровских сезонов — это очень-очень неприятный показатель. Особенно, да, говоря о том, что на Динамо, на ЦСК собирается 15-18 тысяч, и локомотив просто какая-то белая ворона, имея настолько хороший бэкграунд, Хорошие результаты, хорошее состояние команды, да, без каких-то конфликтов, без такого неприятного осадка, который, например, есть у спартаковцев с их руководством, мы набираем очень маленькое количество болельщиков. Не знаю, не знаю, что этому причина, либо действительно настолько уж сильно влияет ценовая политика, либо плохое освещение, и плохая маркетинговая политика, отсутствие какой-либо рекламы, либо недовольство непосредственно нашим стадионом, но что-то нужно менять. Надо об этом сесть и подумать. Сейчас будет два выездных матча подряд, насколько я помню, и время у руководства будет, чтобы на следующий матч, он будет в конце лета, уже забабахать что-то хорошее, потому что если уж в конце лета не придет народ, то тогда нас ждет очень грустный сезон в плане посещаемости. Так, вроде я все сказал, на самом деле матч-то получился довольно скучным, особенно если брать вторую половину, и говорить толком не о чем, Локомотив только входит в сезон, и э, здоровская игра, откровенно здоровская игра против Зенита на Суперкубок, где Локомотив гораздо сильнее был, чем соперник, и больше двигался, и лучше завершал э, сталкивается об определенной кадровой проблемы, как только селенки заканчиваются, они в любом случае Заканчивается по ходу матча Локомотив, не видит усиления. Тогда, если помните, на Суперкубок вышел Эдер, и мы давление превратили в итоге в голы. Сегодня вышел Смолов в пару к Эдеру. Смолов показал себя не готовым к этому матчу, да, просто аморфным. Хотя и несколько очень здоровских обводок совершил, но все это заигрывание ни к чему не приводило. Он, по-моему, даже толком ни разу и поворотом не ударил, что для Смолова последних... Последнего времени в локомотиве очень не характерно. он как раз старается как можно чаще, как можно больше бить. А сегодня у нас Эдер много бил, чем очень сильно удивил. А -а 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 Без усиления в атакующую зону нам будет очень тяжело в дальнейшем, потому что силенки будут кончаться еще быстрее. Когда начнется Лига Чемпионов, когда начнется Кубок России, в котором тоже нужно будет задействовать каких-то наших футболистов основного состава, силы будут кончаться быстрее. И если у нас не будет кому выходить со скамейки и как минимум не терять в игровом плане, то все будет печально. У нас есть определенный запас в обороне, действительно неплохой запас. да, Это поправится Кирквелия, Хеведос, поправился Игнатьев, есть еще и Дову там вроде все более-менее в порядке. Но вот когда мы смотрим на нашу атакующую зону, мы видим то, что у нас нет адекватного полузащитника атакующего плана на край, да, у нас нет адекватного нападающего. Смолов и Эдер каждый играет по настроению. И сегодня Эдер забил, но мы не можем рассчитывать, что Эдер будет забивать хоть сколько-нибудь регулярно. Про Смолова вообще ничего нельзя сказать. Один матч отлично проводит, в следующем его нету на поле. И в буквальном, и в фигуральном смысле. В общем, вот то, что я хотел сказать.